Ну вот, у нас сегодня день такой необычный, поэтому я хочу соснять короткое видео. Сегодня 10 июня 2014 года, чуть не сказала 1914. Вот, и сегодня у нас такой день, 8 лет нашей свадьбы, и мой драгоценный муж преподнес мне шикарный подарок. Нет, это не мой муж. И не подарок. Это мой друг. Добрый циклоп называется. А подарок... Та-дам! Предупредил меня, что это без намеков. Вот. Такой подарочек. Честно говоря, я очень рада, потому что у нас есть такой же колючий кактус, но он маленький. И сильно не растет, потому что я его не пересаживаю. А этот уже сразу большой. Я вот не помню, этот, кажется, тещин стул называется. Табуреточка. Приятно посидеть. Вот. Ну и по поводу же нашего юбилея, то есть нашей годовщины, и по поводу столь замечательного подарка к юбилейному, ко дню семейной жизни. Песня про безответную любовь в чемодане. В темном углу чемодана блохи танцуют кадриль. Маленький клубик в сером пижаме лысой блохе говорил: любишь, не любишь, ответь мне, сердце мое не тревожь. Если не любишь, сердце погубишь, мелкая подлая вошь. Если не любишь, сердце погубишь, мелкая подлая вошь. Вот так. Да-да-да. Там аплодисменты, несмотря на всю фальшь, на то, что петь я, в принципе, не умею. Браво, ну все. До свидания.